Приветствую на канале. Низкоскоростная ветряная турбина, которая работает даже при отсутствии ветра. Сейчас вы это увидите немножко далее в этом ролике. Анемометр немножко все же крутится. Автор говорит, что скорость ветра примерно 5 км в час. Но это также вот сейчас автор подкидывает листья вверх, и тем самым мы видим, что листья просто падают вниз. То есть ветра нет, но турбина довольно-таки уверенно крутится. Называется эта турбина АРТ, она тихая, безопасная. Летающие птицы уже не погибнут, если ударятся об ее лопасти. Визуально она тоже неплохо смотрится, приятно для глаз. Я размещу ссылку в описании видео. Я так понял, что у автора даже есть файл на сайте, чтобы распечатать данную турбину на 3D принтере. Довольно-таки неплохая идея. Ну, на этом все. Всем пока.